posto Lissi e Cambon. Stai, cattolo Lissi è una delle cose estremamente passone che faccio la metà. E che da mica farin, a vasta la linea, guarda che era vagin, rims che farin. Και μετά μην πας παρήν ήμουν να ρωτήσω πήρε. Πως πω και ήμουν ατούτε ρίμλινοι πριβαζίλοι ψή στραγίδινοι ματριάλοι και μη ζάνοβα βάστα να μην κόρα δά. Γιατί σαν να του καβαρί. Σκόλοι και τις έργοι τις αγαπώ πριν πριν ο κιάσια τις ο πριν πριν κάβλη. Και πέρα. Δημητρά. Πώς το λίγη πριν το πάνε. Εις του πάνε Αντώνησα. Ελκιάς πατζέμνη τεχνίσκε τάσι. Η κανείς να φτώσει το βίτι και τα μέσα παλαβίδα. Αλλά σμέρει και την κουφανιά. Πώς πω και εκλεγίνω. Видите вон там, туристский флаг. Там, где внутри, на сегодняшний день, расположен президентский дворец. И видите, вон прям перед вами, как руины, еще идут под землей, вон оттуда. Значит, больше, чем вторая половина купания, к сожалению, на сегодняшний день, расположена под президентского дворца. Естественно. Ну, там есть. Ну, что это за лапша? Как умирает. Помашите ручкой. Ищем камушек в наш сад камней. С каждой стороны привозим камни. Тут надо какой-то найти древний-древний камень, Юля. Вот такой булыжник. Сейчас выломать, короче. Вот, Юля. Вот, да, такой, да. Вот такой булыжник привезем с Карфагена. Бери со Зоси в чемодан быстрее. Ну, тут какая-то темница. Сейчас мама вытащит, как цветы, короче. Камень откуда-нибудь. Да? Вот, вот. Красивенький. Зачем маленький? Мне-то не нужен камень цветов. Такие катакомбы древние. До нашей эры. Люди строили на века. Глины. Это вообще какие-то катакомбы. Куда идти, тут заблудиться можно.